реализуемая система Орехова. И нам недавно в руки попали материалы исторические, где мы узнали, из которых, что на территории Орехово-Борисова Северная, на территории Орехово-Борисова Южная находится клад, который когда-то оставила Евдокия Стрешнева. В силу определенных обстоятельств, так как мы сотрудники государственного учреждения, мы не имеем права как бы вникать в некоторые моменты. Поэтому собрали активную группу, собственно, вас. И просим вас нам помочь. Я сейчас вам раздаю документы, с которыми вам придется поработать. Это ваше задание. Тенцы? Лентус? А же можно открывать? Можете же открывать, господи.